Всем привет! Назовите мне смартфон, за дизайн которого не стыдно. iPhone XS? Ну нет. Galaxy Note 9? Неплохо, но тоже нет. В этом году медаль получает Meizu за модель 16TH, который получился очень симпатичным, за который не стыдно, но сегодня в основном мы поговорим про камеру этого смартфона. Вот посмотрите, как снимает Meizu 16. Да, это Meizu. Да, он так фоткает. Плюс поговорим про опыт использования. И в целом у себя в Инстаграме я спрашивал, хотите ли вы ролик про то, как снимает Meizu дополнительный. Захотели? Получайте! Для начала вспомним, что есть три версии данного смартфона. Meizu 16TH на 845 Snapdragon, Meizu 16X на 710 Snap'е и в керамике для белой версии, также в металле для черной и золотой, который в России продается под названием просто 16, и Meizu 16TH Plus, большая версия, которая у нас вообще не продается. Но очень зря. И сразу начнем хвалить. Очень круто смотрится версия в синем градиенте, представленная недавно, в конце сентября. Помимо этого есть черная и белая версии. Корпус выполнен из стекла с закруглением, рамка металлическая, матовая, в цвет смартфона. И несмотря на то, что синяя версия клевая, мне до сих пор больше нравится белая. Спереди тут вообще все идеально. Дисплей занимает 91,18% поверхности. Рамки слева и справа мизерные. Внизу и наверху симметричные выступы тоже небольшие. Единственное, что выбивается из идиллии — фронтальная камера. Она почему-то не по центру, а сбоку. Динамик разговорный тоже необычный. Красиво спрятан между рамкой и стеклом, а внутри диод уведомлений. Спрашивается, почему никто еще до этого не додумался. Неясно. Правда, есть в таком решении и недостаток небольшой. Стекло под динамиком островатое, и длительные разговоры по телефону могут вызывать дискомфорт. Ну, это информация для самых привередливых. Чего сзади там? Компания в этот раз отказалась от керамического напыления в 16TH, использовав стекло с 7 нанослоями. 16X при этом керамика. Информации об олеофобном покрытии нет, но отпечатки почти не остаются. Потертости не появились даже через месяц использования, но, естественно, все это царапается. В центре традиционная двойная камера, под ней фирменная вспышка с 6 диодами. Камера выпирает, поэтому на спинку телефон лучше не класть. Ожидаемо трясется телефон при нажатии на правую или левую грани. Слева слот под нано-сим с поддержкой 9 бендов 4G. Для России не хватает только 38-го. Кстати, связь держит на уровне 9-го Note, то есть лучше, чем новые айфоны. Справа качелька громкости, под ней кнопка питания, наверху микрофон, внизу еще один микрофон, мини-джек, USB-C и динамик. Внизу все расположено идеально, ровно. Многим производителям стоит поучиться такому. Память 64 или 128 гигабайт стандарт UFS 2.1, ну а карточку microSD поставить нельзя. Сравнивая габариты Meizu 16TH с iPhone XS, хочется отметить, что он тоньше и легче. Не уверен, что это преимущество, но руки могут меньше затекать, если вы держите телефон перед собой, лежа на кровати. Звучит, конечно, глупо, но это так. Красотой насладились, что же на практике? Корпус смартфона, к огромному сожалению, не защищен от влаги и пыли, поэтому при использовании под дождем могут быть трудности. Еще один минус — отсутствие NFC, а значит поддержки бесконтактной оплаты. Из-за этой маленькой детали Meizu теряет тысячи, а то и миллионы потенциальных клиентов в России и Европе. После решения с динамиком и диодом хочется похвалить систему вибрации, которой здесь нет, по крайней мере привычной. Здесь установлен моторчик M-Engine, причем второй версии. Помните, я хвалил Pixel? Трогали вы новые айфоны? Вот здесь примерно то же самое. Реагирует на всякие касания, плюс на кнопку MBack 2.0. Что такое MBack 2.0? Помните, в Meizu была кнопка обычная, прикосновение назад, нажатие домой. Здесь то же самое, только в виде обычной полоски и под экраном. Это в целом удобно. Если вам не нравится, можете включить привычные кнопки Android, либо сделать управление свайпами, как на новых смартфонах Xiaomi. Плавно, с внешнего вида мы перешли к софту. Флагман работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой Flyme 7.1, и здесь не так все хорошо. Да, оболочка реально самая симпатичная среди китайских, за исключением одного момента — иконки разной формы, и нельзя поставить 5 в ряд. Стандартные иконки больше, сторонние меньше, а некоторые выглядят просто странно, адаптация страдает. Благо, можно поменять лаунчер, и проблемы исчезают. В остальном вопросов нет. Про обновление до Android Pie пока ничего не известно, планов компания не объявляла. Но уже пора бы. Возможно, к концу года информация появится. Доступна разблокировка по лицу, работает моментально при хорошем освещении, да и при плохом тоже. Лучше использовать комбо по лицу и по пальцу. Сканер отпечатков скрыт в экране, быстро распознает владельца почти без ошибок за доли секунды. Сильно нажимать не надо, в памяти можно сохранить до 5 отпечатков пальцев. Как всегда, уровень дисплея Meizu тоже на высоте. Матрица AMOLED производства Samsung, одна из последних версий. Диагональ дисплея 6 дюймов, разрешение 2160 на 1080 точек, это 402 ppi. Звук. Этому в компании уделяют много внимания из-за того, что начинали Meizu именно как производитель плееров. Флагман не лишился 3,5-миллиметрового входа и очень-очень не зря.
зря. Здесь есть и Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков Qualcomm aptX и Sony LDAC для беспроводной гарнитуры, а также ЦАП Qualcomm Acoustic и усилитель Cirrus Logic для любителей классики. Так вот, классика в серьезном отрыве. Как бы улучшения и кодеки не использовались, звук через провода в Meizu 16H значительно превосходит беспроводной. И в этом плане можно не переживать. Хотя Meizu 15 может с новинкой поспорить. Там звук чуть-чуть посерьезнее. От звука переходим к камерам. Здесь установлен 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX380, такой же, как в Pixel 2. Но рано радоваться, Google уже доказали то, что все дело в софте, а не в том, какие камеры здесь установлены. Но в целом Meizu 16 действительно неплохо снимает. Во второй камере установлен модуль уже Sony IMX350 со светосилой 2.6. Он тут используется для замера глубины и зума. Доступно трехкратное приближение, 1.5 оптическое и 1.5 цифровое. Камера в Meizu 16H определенно нравится. Решили проблему с автофокусом. Теперь тандем фазовой и лазерной фокусировки работает быстро. В дневное время снимки шикарные, есть режим автоматического использования HDR и улучшатель лица от ArcSoft. Портретный режим заметно лучше, чем был, почти не мажет. Встроен искусственный интеллект, отключить который нельзя. Он автоматически определяет сцены, будь то портрет, ночной кадр, пейзажи или животные. Ночные снимки пока не идеальные, но хороших результатов можно достичь с использованием ручного режима с настройкой выдержки. Но в целом Meizu в этот раз прям очень удивили с фотовозможностями. Как можете видеть, получаются фотографии просто бомбические. Не хуже, чем на тот же iPhone XS, и лично для меня это удивление. То есть сейчас можно брать 16H или 16X в качестве камерафона? Странно, но так. Только две проблемы могут быть. Первая — фотографии телефон делает не моментально, поэтому что-то хорошее на ходу снять сложно. Ну и второе — видео. Максимум в 4К 30 кадров в секунду, и качество далеко не iPhone. Итак, тест видео. Сейчас посмотрим, как снимает Meizu 16H 4К. Заодно, как звук пишется. Можно покрутиться, допустим. Естественно, условия не лучшие. В Токио только что прошел дождичек. Но зато красиво. Можно посмотреть на зоопарк. В целом, давайте пройдемся, посмотрим, как стабилизируется картинка. Насколько я знаю, она на самом деле не очень стабилизируется, но тест провести надо было. А теперь посмотрим, что у нас с перефокусом. Ну, скажу вам, перефокус работает нормально. Да и с небом все в порядке. Ну, в целом, как-то так. В целом неплохо, но не флагманский уровень. Плюс умеет писать замедленное видео. Это как бонус, но оно тоже такого среднего качества. Фронталка. Аж на 20 мегапикселей с апертурой 2.0 размером пикселя 1 микрон. Доступен портретный режим. В Китае уделяют много внимания внешнему виду, именно поэтому встроенные улучшатели лица не просто подкрашивают, а анализируют ваш возраст, пол и текстуру кожи, в зависимости от чего подбирая режим. В целом это абсолютно лишнее, как по мне. Но фоткает фронталка при этом неплохо. В помощь камерам встроили процессор обработки изображений Spectra 280, который отлично гармонирует с сердцем смартфона, то есть со Snapdragon. И внутри у нас 845, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Плюсом к процессору и памяти идет водное охлаждение. Используются медные трубки толщиной 0,4 мм. Вы понимаете, на что я намекаю? Это же игровой смартфон. Любые игры идут без тормозов, буквально летают. Нагрев корпуса есть, незначительный где-то в области камеры. Система тоже летает, хотя недочеты в прошивке бывают. Не скажу, что зависонов нет, они есть, но очень редко. Обещают поправить с будущими прошивками. Встроенный аккумулятор объемом 3010 мАч хватает телефона на полный рабочий день, экрана 5-6 часов, что для такого небольшого объема очень хорошо, но это если не использовать Always On Display. Есть тут и быстрая зарядка до 100% за 1 час и 25 минут. Подошли к цене. Минимальная версия оценивается в 43 тысячи рублей. Еще 1000 придется доплатить за синий градиент. Модель на 128 гигабайт, у которой оперативной памяти уже 8 гигабайт, обойдется в 50 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете первое — уникальный дизайн, потому что смартфон выделяется на фоне остальных. Второе — неплохой плеер. Третье — это игровой смартфон 845 Snapdragon, так что любые игры, пожалуйста. В-четвертых, Meizu 16 — это современный смартфон, потому что есть сканер отпечатка под дисплеем, есть сканер лица, современное соотношение сторон, так что в этом плане все хорошо. Ну и последнее — камера. Не без минусов, но классные фотки на нее можно делать. Если в следующем году Meizu опустит все минусы, про которые мы уже поговорили, то у нас получится
Флагман уровня Samsung, только намного дешевле. А сейчас, если вам не особо нужен NFC, вы можете покупать. Ну а что касается следующего года, Meizu, ну не подведи. Я могу говорить? А вы завтра. Идем? Пойдем. Meizu установлен 12. В целом, проверить стабилизацию, вот это все.